Сегодня у нас пирожки в духовке с яйцом и луком и с картошкой. А если останется у нас средство, еще сделаем с фруктами. Пюре я уже приготовила, делаю еще одну начинку с луком и яйцом. Грамм муки, просеяли, добавили столовая ложка сахара, чайная соль, 7 грамм сухих дрожжей, перемешали, добавили 150 мл теплого молока и 150 мл воды. Одно яйцо, 30 мл масла, перемешиваем, замешиваем тесто. Тесто замесили, накрываем и отправляем в теплое место. Сейчас достаем, формируем кружочки небольшие, примерно 40 грамм. У меня получилось 20 штук. Затем раскатываем, выкладываем начинку. Зажимаем края у пирожков и выкладываем их швом вниз. На смазанный растительным маслом пергаментную бумагу или противень. Оставляем на 10 минут пирожки постоять. Для того, чтобы смазать пирожки, нам понадобится молоко и яйцо. Или уже у меня будут пирожки с персиком, я добавила крахмал и посыпала сахаром. Тоже формируем пирожки. Я буду выпекать отдельно. Твоя партия пирожков готова. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Периодически я еще смазывала желтком.